На Сумщину завітала весна, гріє сонечко, і прийшов час розпочинати мандрівки 2021 року рідним краєм. Всім привіт, всім добрий день. Мене звати Ярослав Гула, та ви дивитеся телеканал АТВ. Нічого не змінилося, але в кадрі цього разу свеса. В 180 километрах на север от Сум расположен поселок городского типа Свиса. Местных жителей порядка 6 тысяч, а до распада Союза было около 9. Есть детский сад, две школы, аграрный лицей, больница, дом культуры. В общем, объекты социальной сферы представлены должным образом. Свиса поселок маленький, хорошо скрытый от глаз туристов, но все-таки тот, кто хочет сюда добраться, тот доберется. Я же из Шостки смог доехать, значит и вы сможете. Давайте поговорим о транспорте. После прошлогодней админреформы Ямпольский район прекратил свое существование, и поселок перешел в подчинение Шостке. 40 километров нужно преодолеть, чтобы из райцентра добраться до Свисы. Автостанции здесь нет. Присутствует остановка, куда за день прибывают автобусы из Шостки, Ямполя, Глухова и Сум. К огромному сожалению, добраться сюда на поезде невозможно. Полтора года назад Укрзалезница отменила пригородный дизель до хутора Михайловского. И теперь вокзал посещает разве что ветер. Ну и несколько сотрудников, которые присматривают за территорией опустевшей станции. Без автобусного сообщения местным жителям было бы ой как нелегко. Ну поэтому и из Шостки, и из Глухова, и из Сум можно доехать. Правда, не часто, не сильно много рейсов, но тем не менее, эта возможность есть. Наверняка у вас возник вопрос, что может в этих местах ловить турист? Так вот, делюсь с вами раздобытой информацией и сообщаю, что на окраине поселка расположен чудо-источник Сыня Крыныця. О нем слагают легенды на протяжении сотен лет. Гидрологический памятник природы представляет собой небольшой ставок, в котором одновременно бьют более 100 ключей. Даже в самый лютый мороз вода здесь не замерзает. Люди посещают источник в любое время года. По интернету гуляют фотоснимки, где отчетливо видно, что периодами вода приобретает бирюзовый оттенок. Вам скажу так, уважаемые товарищи, господа, друзья, пани Топановы, вода действительно имеет голубоватый оттенок. Может быть, на камере это не совсем видно, но это же прекрасный повод, чтобы вы сюда приехали, пешком дошли, либо на машине, и увидели все сами своими глазами. Для этого проект и создается. И дно, если присмотреться, очень хорошо, отчетливо видно. То есть вода прозрачная. Удивительный лесной источник с первого взгляда завораживает своей красотой и необычайно прозрачной водой. Увы, но никто из свисян вам не скажет, как и почему возникла Сыня Крыныця. Наши прабабушки и прадедушки считали этот источник особенным, священным, наполненным легендами. Так поговаривают, что в этих местах жил разбойник Кудаяр. Он грабил богачей, а потом раздавал деньги беднякам. Разгневанные магнаты организовали за Кудаяром погоню, но тот понял, что ему с награбленным некуда сбежать, и скинул все золото в Крыницу. Оттого и ударили мощные синие ключи. Другая легенда гласит о том, что однажды в ночь на Ивана Купала здесь плавала лодка, в
в которой то ли девушка, то ли русалка пела песню про счастье. Молодой пастух услышал нежный голос, подошел поближе к берегу, но вдруг неведомая сила толкнула парня в воду и затянула на дно. Говорят, золотой цвет волос красавицы до сих пор отражается на дне источника. Понятное дело, когда живешь в городе, постоянно пыль, грязь, вонь. Организм к этому привыкает, у него нет выхода. Приходится смириться. Но если у вас этим летом будет возможность выбраться на природу, обязательно ее используйте. Пойдите в лес, подышите свежим воздухом, пусть вам в голову наконец-то ударит кислород, а не какие-то новости про коронавирус. Да, устали все от карантина, путешествуйте. Теперь я предлагаю прогуляться по центру поселка с необычным названием. Как считают местные, оно связано с расположением на крутом берегу реки. Поселение будто свисало над болотистой местностью, что и породило название «Свиса». В 18 веке маленький хутор находился во владении помещиков Неплюевых. Они закрепостили местный люд. Позже здесь построили сахарный завод и завод для выжигания извести. В конце 19 века открылись церковно-приходская школа, часовня, водная мельница и постоялый дом. Прошлое столетие ознаменовало прогресс в развитии насосного завода. Можно сказать, в советское время предприятие кормило поселок. На его балансе находились не только общежития, но и многие объекты социальной инфраструктуры. Не будем лукавить, годы независимости печальным образом отразились на жизни Свисы. Население сократилось практически на четверть, молодежь стремится уехать на заработки, а предприятия переживают не самые лучшие времена. Учитывая тот факт, что здесь проживает порядка 6 тысяч человек, на улицах за все время своего пребывания в Свисе я встретил где-то 50 максимум. Ощущаю себя героем какого-то фильма про апокалипсис, когда город вымер, только ветер сильный и кое-кое-где какой-то шум. В нашем регионе очень много маленьких и тихих поселков. Они живут своей спокойной жизнью и порой остаются в тени. Но вот из таких кирпичиков строится наш большой дом – родная Сумщина. Свиса – маленьке містечко, а отже і випуск вийшов невеликим. Але я сподіваюся, що він вам сподобався. Мене звати Ярослав Гула, я працюю на телеканалі АТВ для вас, щоб ви дивилися різні відео з різних куточків нашого краю. Це моя Сумщина. Ми з вами зустрінемося зовсім скоро вже в іншому місті.